Жуковский район, деревня Агафьина, на берегу реки Нара. Это вот речка. Деревня, окруженная лесом, в экологически чистом районе Жуковского района. Очень большой земельный участок. На земельном участке дом с коммуникациями, полностью готовый для проживания. Дом из кирпича, снаружи отделанный блокхаусом. Участок почти 40 соток земли, 38, если быть точным. Участок ухоженный. Вот такой дом. Выглядит очень интересно. Красивая отделка, современные материалы. Так, давайте тоже посмотрим. Или вы уже закрыли, да? Нет. Значит, итак. Первый этаж. Здесь вход на вторую лестницу. На первом этаже зал. Кухня. Кухня просторная. Ванная комната. Так, там, по-моему, котельная под лестницей. И вход на второй этаж. На втором этаже тоже имеется санузел. Ну, это так, холл. И две комнаты, две спальни с видом на реку и на участок. Общая площадь дома 140 квадратных метров.